Сьогодні ми розпочинаємо довгоочікуваний концерт року. Ми приветствуем вас на первом Криворожском рок-фестивалі «Не дай спіду шанс». І сьогодні позитивна енергетика року допоможе нам поєднатися в одну велику енергійну, музичну та веселу сім'ю. Не дай сніду шанс! Самі молоді учасники нашого фестивалю. Композиция заставляет биться сердца со скоростью ровно 140 ударов в минуту. И эта песня называется «Рага Джангл». В саду соловейко хука-гукаю свою солоденьку. Вийди, Ганно, зі мною гуляти. Будемо ми танці швидкі танцювати. Підемо до клуба, розпалимо факел. Будем танцювати під рага джангл. Підемо до клуба, розпалим в серці факел. Будем танцювати під рага джангл. Кохана, мила моя Гана, харедома втикати, пішли танцювати. Там діджей грає, емсі зазиває, модні касяти там переставляють. Опа, хай не болить голова, хай не ридає мати, прийде жива-здорова. Ну
а як не буде відпускати тату, скажи, що прийду я, спалю їм хату. Ей! Саду соловейко, гука-гукає свою солоденьку. Вийди, ногано, зі мною гуляти, будемо ми танці швидкі танцювати. Підемо до клуба, розпалимо факел, будем танцювати під рака-джангл. Підемо до клуба, розпалим в серці факел, будем танцювати під рака-джангл. Сі балдеє під рака-джангл, сі губа пруця під рака-джангл, і ти балдеєш під рака-джангл. Слава Богу, спасибо. Давайте вместе с нами поаплодируем, попрыгаем немножечко. Кто умеет прыгать? Оу! Раз! Два! Три! Раз, два, три, четыре! Я не слышу ваших аплодисментов. Свечи нас судьба удержать смогла за плечи. Солнце, небо и луна догоняют нас навстречу за окном весна. Нас весна любовью лечит. Солнце, небо и луна все в куче задевают небо тучи. Где же ты, любовь, с тобой не скучно, больше мне не нужно. За
спиной. Два крыла, а в кармане вечность нам с тобой. Этот вечер бесконечный, но очень близка. Ты идешь ко мне навстречу, за окном весна. А нас весна любовью лечит. Солнце, небо и луна все в куче. Задевают небо тучи. Где же ты? Любовь с тобой не скучна, больше мне не нужно. Солнце, небо и луна все в куче. Задевают небо тучи. Где же ты? Любовь с тобой не скучна, больше мне не нужно. Сейчас бегом все берут презервативы, берут своих девушек-парней и ведут бороться со СПИДом! Солнце, небо и луна все в куче. Задевают небо тучи. Где же ты? Любовь с тобой не скучна, больше мне не нужно. Солнце, небо и луна все в куче. Задевают небо тучи. Где же ты? Любовь с тобой не скучна, больше мне не нужно. С вами группа Uncle Tom The Band, UTTB. Как настроение? Надо бы побольше, надо.
а день демонстрируя Z. День демонстрирует все. Спасибо! Всі люблять українські народні пісні! Тоді поїхали! Дякуємо! 220 вольт!
вечора. Всім добрий вечір! З вами гурт «Шепіт на Гваля». Дякуємо. Ваші аплодисменти.
аплодисменты встречаем. Вот он, Сергей Кузин. Мы рады приветствовать вас в нашем городе. Добрый вечер. Большой привет от всего Радио Рокс, от Камтугезы. Соня лично просила присоединиться к, вот, к вам сегодня. Почему я здесь? Потому что лет 20, наверное, назад решил для себя, что рок-н-ролл, та часть жизни, которая стала моей, что называется, личной и проблемой, и счастьем, вполне может обходиться без всяких дополнительных способов стимулирования счастья. И вот я достаточно комфортно себя чувствую уже с 95-го года, абсолютно ничем не добавляя свое музыкальное счастье. Многие из вас слушают рок, многие из вас, наверное, знают фразу, что рок против наркотиков – это то же самое, что пчелы против меда. Все мы весело смеемся по этому поводу. И, конечно, в силу своей искренности, эмоциональности, даже не пытаемся думать о каких-то там плакатах, которые для нас развешивают, что то плохо, это плохо и так далее и тому подобное. Пока каждый из нас, не дай бог, конечно, но кто-то сталкивается с ситуацией, когда проблема, о которой сегодня идет речь, спит, касается музыканта, который играет рядом. Чьей-то жены, которая вдруг начинает свою жизнь измерять совсем другими цифрами, датами и числами. Поэтому я пытаюсь донести или сказать вам одну простую вещь. Ваша и наша общая жизнь и так прекрасна. Она и так полна самыми красивыми девушками на этой планете. Все мужчины Украины, в том числе и криворожане, могут, наверное, это подтвердить. Убивает не любовь или ее отсутствие, убивает равнодушие к тому, что происходит. Вы это отлично знаете. Постарайтесь вспомнить об этом, когда на вашем жизненном пути встретится ситуация, которая потребует хотя бы чуть-чуть задуматься. Это касается как различных веселящих препаратов, так и других ситуаций, которые... К сожалению, наша страна сейчас не очень уверенно себя чувствует. Сам факт, что Украина занимает первое место в Европе по количеству позитивных людей, конечно, вдумайтесь только, каждый день умирает 9 человек. Так, сравните с теми проблемами, которые есть. Ну вот, поэтому это такая у меня пафосная, почти траурная речь. Я надеюсь, что вы прониклись и, как минимум, какая-то часть вашей жизни стала серьезной. Ну, а, конечно, самое главное – это любовь, счастье и рок-н-ролл, который вполне может обойтись без дракс. Я вам привез сегодня прекрасного парня, который является молодым поколением, новой генерации музыки в нашей стране. Зовут его Кирилл, фамилия его Охрименко. И под ваши аплодисменты хочу пригласить его на эту сцену. Спасибо, вот Сергей. Этот умудренный рокер, поживший, все испытавший. Если вдруг кому-то нужны будут советы по тому, как себя вести, когда мне будет 70, Кирилл с удовольствием на эти вопросы ответит. Ну а пока он, наверное, что-то скажет и споет. А я еще вернусь. Кирилл Охрименко! Так уж вышло, что я самый молодой исполнитель, который поддерживает этот проект, но... Все-таки, несмотря на возраст, мы должны быть ответственными. И это главное. Компания существует с 2009 года, и с тех пор она помогла многим. И если каждый будет ответственен, то я думаю, что число тех, кто, к сожалению, умирает, будет намного меньше. Я хочу, как и 3 года назад, сказать вместе с вами: «Не дадим СПИДу шанс!» И, конечно же, не забывать о прекрасных чувствах, которые сейчас у нас есть. Любовь, доброта, дружба – это то, что мы должны помнить. Кирилл Охрименко! Ladies and gentlemen, put your hands up in the air! C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scare them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if we don't let your love show for me? C'est la vie. C'est la vie.
enthusiasts of desire for you remain like a sea, has a love to reap to show. Talk and storm before my love floats for you. C'est la vie. Я считаю, что каждый должен прожить себя правильно. Каждый должен помнить о прекрасных чувствах, которые должны наполнять вашу жизнь. Аплодисменты! Кирилл Охрименко, «Сэ-Ла-Ви». Парадоксы, правда? Песня 74-го, если не ошибаюсь, года. Эмерсон Айкон Палмер поет совсем молодой парень. Чего и вам желает. Я вам тоже желаю от всей души здоровья во всех смыслах этого слова. Не только физического, хотя это, конечно, сегодня в первую очередь, но и такого общего, социального, если хотите. Процветания, и уверен, что в ближайшее время мы увидимся здесь, может быть, в другом месте Кривого Рога, совсем в другой компании, когда я смогу привести всех своих ребят. Ну а пока помните в каждый свой день, что надо быть здоровым человеком. Спасибо! Спасибо, это были Кирилл Охрименко и Сергей Кузин. Кривой Рог, ваши аплодисменты! Прекрасно, еще одной музычной подеей в нашем месте стало больше. Я думаю, что еще такой прекрасный фестиваль, рок-фестиваль, как «Не дамо сніду шанс», станет традиционным в нашем месте. И мне бы хотелось подякувати одним из организаторов этого фестиваля, немецкой международной компании GEZ. СНІД – це дійсно велика проблема сьогодні в нашій державі, і кожного року майже 2000 людей гине від цієї хвороби. І я думаю, якщо ми з вами будемо небайдужими, якщо ми не пройдемо сторонь проблеми як наших близьких людей, а допоможемо їм боротися і виживати в цій страшній ситуації, то ми багато з вами зробимо. Ну а сьогодні зі святом і з прекрасною музикою усіх. Добрий вечір. Я здесь представляю государственный сектор, Украинский центр по контролю за социально опасными заболеваниями. Но я хотел бы сказать, что здесь я не просто как официальное лицо, а здесь я в том числе как фанат рок-музыки, как просто обычный зритель, такой же, как и вы. Мы, наша организация, мы как эксперты уверены, что профилактика намного эффективнее лечения. Лучше предупредить заболевание, чем его
в дальнейшем лечить. Именно поэтому наша организация постоянно поддерживает подобные мероприятия, в ходе которых мы можем открыто поговорить о проблемах, о ВИЧ, о СПИДе, о путях передачи инфекции, и в ходе этого стать более уверенными, более ответственными. Спасибо за драйв, спасибо за гостеприимство, спасибо за музыку. И я хочу вам пожелать, чтобы мы все с вами были такие здоровы, такие счастливы, такие веселы и драйвовы. Молодцы, отлично. Не дадим СПИДу шанс. Не дамо СПИДу шанс. Дякуємо, Тетяно.